Приветствую, дорогие друзья! Актер Митхун Чакраборти – легенда индийского кино, самый известный и популярный артист на родине. Однако его путь к вершине популярности был долгий и тернистый. Чтобы добиться такого успеха, актеру пришлось приложить немало труда, терпения и упорства. Родился будущий актер в 1950 году в Калькутте, Индия, в семье служащего телефонной компании. Уже в школе мальчик с удовольствием участвовал в театральных постановках, после школы учился в шотландском церковном колледже, где получил специальность химик. Чтобы избежать преследования за участие в леворадикальных крестьянских движениях, Митхун переезжает в Бомбей к дяде в 1971 году. Там он устроился на работу в косметическую компанию, почти год ездил по стране, продавая косметику. Увидев объявление о приеме на актерский факультет, Митхун решил исполнить свою давнюю мечту и стать актером. Институт он окончил на отлично. Сниматься Митхун стал еще во время учебы. В 1976 году вышла на экраны картина «Царская охота», в которой он исполнил главную роль – охотника. Картина имела большой успех, а Митхун Чакраборти получил приз за лучшую мужскую роль. Вместе с тем, несмотря на такой невероятный успех, режиссеры не спешили предлагать актеру роли. Митхуна долго не хотели принимать в Болливуде. Как вспоминал актер, ему приходилось долго и упорно бороться за место в киноиндустрии. Было много причин, по которым его не хотели снимать. В первую очередь это то, что у него не было поддержки влиятельных людей. Во-вторых, Митхун был бенгальцем и имел темную кожу. В то время предпочитали снимать представителей Северной Индии со светлой кожей. Также режиссерам не нравился его бенгальский акцент. Ему напрямую говорили, чтобы он уезжал к себе в Бенгалию, где легко сможет стать героем. Чакраборти брался за любую роль, которую ему предлагали. Он вовремя понял, что помимо таланта надо иметь еще терпение и упорство. Актер смог преодолеть все преграды и выйти победителем. Ромео! О, Ромео! Известные актрисы Болливуда отказывались сниматься с ним в паре по вышеуказанным причинам. Ситуацию изменила одна из самых известных актрис индийского кино – Зинат Аман. Она считала Митхуна талантливым и согласилась сыграть с ним в ленте «Сокровище древнего храма». С тех пор карьера Митхуна Чакраборти пошла вверх. Он стал кумиром миллионов женщин. Бешеную популярность актеру принесла роль Джимми в фильме «Танцор диско». Не только талант, но и яркие внешние данные. Рост 183 см, вес 72 кг, отменный слух, голос, чувство ритма, что особенно ценится в болливудском кино, где все поют и танцуют, сделало его популярным среди зрителей. Сегодня Митхун Чакраборти – самый высокооплачиваемый актер в Индии. За свою карьеру он сыграл в 320 фильмах и стал одним из самых богатых людей в Индии.